starting talking. Anybody has question? Сандаш, мне здесь очень нравится, но тем не менее на 70% я все время как бы нахожусь дома. Я дома нахожусь. Еще я хотел сказать, ты говорил, что тут все хотят стать просветленными. Я про себя хотел сказать, что я бы, наверное, просветление. Я не знаю, что это такое. I don't know what is mean enlightenment. What is mean? Я бы его променял на немного любви просто обычной. Как так? На немного любви обычной променял бы. Just I want to be more love, lovely, more love. I want to be love. Да? Да. Правильно я понимаю? А я не знаю. Поменять. Я бы поменял его. А, ты хочешь поменять? Я бы согласился его поменять на немного обычной любви. И мне немного грустно от этого. Прокомментируй это, пожалуйста. Даша повторяет. Он сказал, что он хочет больше любви. Что ты хочешь? Ты хочешь больше любви? Когда просветлеешь или просто хочешь любви? И кто-то объясняет больше, что он хочет поменять просветление на немного любви, потому что он не знает, что такое просветление. Да, это правда. Каждый хочет быть в любви. Любовь обозначает естественность. Если у вас нет любви, то вы теряете себя. Но у каждого есть эта любовь. Почему каждый хочет быть в любви? Потому что любовь приносит вас в настоящее. Вы находитесь в моменте в этот момент. И вы или в этом моменте, и тогда у вас есть любовь. Или вы находитесь в любви, и любовь тоже привносит вас в настоящий момент. И просветленный – это именно вот это состояние в настоящем моменте. Я просто хочу быть в настоящем моменте. И когда вы в настоящем, когда вы очень сильно в моменте, тогда нет ума. Или вы в уме находитесь, и тогда вы очень далеко. Или вы в настоящем, и тогда нет ума, он очень далеко от вас. Тогда нет будущего, нет настоящего, тогда вы очень-очень в моменте. И когда вы очень здесь, все, что бы ни происходило с вами, вы просто являетесь любовью. Любовью, тишиной. И когда вы находитесь в себе, вы более расслаблены, больше в покое находитесь, и тогда вы чувствуете больше и больше любви. Вот таким образом это происходит. Когда вы возвращаетесь в состояние не ума, тогда и благословения мы от вас, и молитва происходит, тогда все приходит к вам.
Просветленный обозначает, что вы достигли своего центра. Вы получили этот центр. Вы находитесь в нем. Вот это и есть просветление. А когда вы в уме, тогда вы очень далеки от центра. Например, кто-то приехал сюда, очень нравится это место, ему здесь хорошо, но... Но 70% ты не находишься здесь. 70% ты дома, своей семьей, работой и так далее. Ты не получаешь удовольствия, даже несмотря на то, что место это очень хорошее. Когда ты находишься в настоящем, когда ты входишь в сердце, что бы ни происходило вокруг тебя, ничего не означает, хорошее ли место это или плохое место. Даже если кто-то же в ад вас туда пошлет. Если вы не в напряжении, не в уме, даже в аду вы будете чувствовать, как будто бы вы в раю. Не зависит состояние ада или рай, не зависит от наружных обстоятельств. Главное то, что находится внутри. Если вы идете в просветление, с одной стороны, любовь приходит, знание, правда приходит с другой стороны. И это правда, эти знания делают вашу жизнь понимающей, прекрасной. С этих двух сторон это происходит. С одной стороны, понимание происходит, ум как бы очищается. Как только ваше понимание очищается, ваша жизнь, понимание проживания жизни становится все лучше и лучше. Это и есть просветление. Постепенно вы передвигаетесь в любовь, понимание, и однажды 100% вы поймете все. Все очистится, и вы поймете. Поймете все, что происходит. Это случается, если вы хотите, желаете быть в большей любви. Это очень хорошо, поэтому вы идете во внутреннее путешествие. Внутреннее путешествие говорит о том, что я хочу быть более любящим, хочу быть более очищенным, хочу более понимать все. Это будет случаться все больше и больше. Но иногда не случается. Вы хотите, например, заплакать, но у вас не получаются слезы. Вы не плачете. Так же с любовью. Если вы хотите быть в любви, но это не в ваших как бы руках. Любовь случается, случается. Или не случается, не случается. Вы не можете ее как бы создать. Это не значит, что вы пройдете в ваш дом, подходите к кухне и там, готовите чай. И любовь — это не так, как вот это. У вас есть любовники, допустим, друзья, родственники. Иногда любовь случается, иногда не случается. Вы хотите или вы не хотите? Иногда вы не хотите любви, а это случается. А иногда вы очень хотите любви, но ничего не происходит. Это не в ваших руках. Любовь — это как результат. А медитация — это попытка, это поиск. Та техника, другая техника. Когда вы хотите быть осознанным, хотите быть собой. А любовь — это результат. Любовь — достаточность. Она делает вас очень достаточно удовлетворенным, полностью удовлетворенным. И поэтому, так или иначе, благодаря медитации вы приходите к любви. Медитация привносит вас в любовь. Это не значит, что это будете делать, допустим. Обязательно медитация, обязательно вы получите любовь и тишину. А иногда больше ума приходит во время медитации. Много-много вещей приходит, потому что это ваши вещи, то, что они у вас. Вся темнота или все, что бы ни было внутри, все начинает подниматься. Вы должны увидеть это, очистить это. Темнота приходит, и вы смотрите на это, и постепенно вы начинаете очищаться от этого мусора, от этой темноты.
Вот очищается, любовь приходит. И только атмосфера. Любовь случается больше с определенной атмосферой. Вторая вещь. Когда у вас не была возможность идти за любовь, идите. Эго никогда не позволит вам, ум не позволит вам идти в любовь, быть в любви. Улыбаться друг другу, смотреть друг на друга, обнимать друг друга, быть дружелюбным. Ум всегда старается сдержать это для себя. И так, так же случается, когда вы идете в любовь, то есть обычную любовь, один человек любит другого. В этой любви, когда вы дотрагиваетесь до реальной, реальной любви, это действительно приходит в сердце, ум начнет сходить с ума. Он будет начинать бояться. Он не будет хотеть. Я не хочу уходить, скажет ум. Но если будете продолжать, любовь будет возрастать. Для любви нужна определенная атмосфера, где вы можете делиться вашей любовью, где люди могут понимать друг друга, где вы свободны. Например, в ашраме, в коммуне. Просветление – это вот так. Когда? Самый большой вопрос для просветленных, для поиска просветления, who I am, кто я. И когда, когда ты поймешь ответ на этот вопрос, ты станешь поймешь чуть-чуть, у тебя не будет немного любви, ты просто полностью станешь любовью. Но до этого тебе нужно достичь своего центра. Центр – это как солнце, даже не как одно солнце, как тысяча солнц. Такой большой свет, вы такого даже никогда не видели свет. Этот свет придет, и если он у вас будет, этот свет, вся темнота уничтожится, вся бессознательность уйдет. Только любовь и останется, когда вы в настоящем. Ваша энергия течет, энергия поднимается. Если вы хотите немножко любви, это придет, безусловно придет. Я даже скажу, не немного придет, больше придет. Даже немного, а вообще очень много. И тогда слишком много любви будет. И тогда у тебя будет понятие, что даже как будто бы у тебя ее нет, ты все время будешь в ней. Тебе все будет все время хорошо. Ты станешь любовью. Не будешь чувствовать любовь, а просто будешь ею. Когда ты будешь просветленным, тогда ты будешь любовью. Вот люди будут чувствовать с тобой, они будут окружать тебя. Ты будешь пустым, и вот эта вот пустота заполнится любовью. Станет любовью, энергией любви. Просветление там. Все, кто ищет, все, кто в поиске, даже тот, кто не в поиске духовного пути, внутреннего пути, даже тот, кто все время занятся в своей жизни, не медитирует и не тогда, они тоже стремятся к просветлению. Все идут к этому, все хотят этого. Просветление означает «я хочу быть океаном». Хочу быть большим океаном, быть осознанностью. Для этого каждого это происходит. Даже тот, кто сознательно к этому идет, и даже тот, кто бессознательно идет. Кто сознательно идет к этому и находится на определенном поиске, поиск внутреннего пути. Но даже многие, которые не находятся в этом, они все ищут. Они, правда, не знают, что они ищут, как это. Каждый, хочу сказать, что каждый ищет на этой земле возможность, как вернуться к себе, как вернуться к своему центру. Наше естество, наша природа – это любовь. Но перед этим всем стоит большой-большой ум, большая бессознательность. И нужно все эту темноту преодолеть, пересечь.
и очистить ее. Как только чуть-чуть темнота очищается, больше любви приходит. Полностью темнота очистилась, приходит любовь. Любовь и сознательность. Это любовь. Это вы очень осознанно. Когда вы одни, получаете удовольствие сами от себя. Получаете удовольствие сами от себя, от вашего одиночества. Так хорошо. Сейчас тяжело быть одиноким. Кажется, скучно. Хочется с кем-то быть. Хочется что-то делать. Потому что вы не знаете, как получать удовольствие от себя. Как только вы становитесь расслаблены, вы будете получать удовольствие от себя самого. Когда будете получать удовольствие от одиночества, и тогда вам будет получать удовольствие от других. Когда вы не находились с другими людьми, вам будет хорошо и с ними, и одним. Просто будет никаких причин, будете чувствовать себя с удовольствием, с наслаждением, когда будете находиться одни. И каждый ищет это. Кто-то знает, кто-то идет сознательно по этому пути, знает, чего он ищет. Есть даже те, которые никогда не знают, что такое медитация, что такое молитва и так далее. Но так они тоже идут по этому пути, они ищут, но бессознательно. Например, каждая река идет в океан и становится океаном. Каждая река течет к океану. Это точка вот, как бы достижения, куда текут все реки. Они текут в океан. So as you also everybody going in this. И каждый из нас также идет по этому пути. But somebody very far, far. Кто-то и очень далеко находится. Even not listening the call of consciousness. Consciousness is calling all the time. But somebody very far, busy in their life, busy in their things. Но существо не зовет нас всегда. Он не всегда это слышит. Кто-то очень занят. Somebody very. Кто-то находится очень-очень близко. Когда они слушают. Они идут больше в сознательность. Когда река подходит ближе к океану, она начинает больше бурлить. Она как бы боится. Боится того, что она закончится сейчас, а с другой стороны она хочет это. Потому что когда она войдет в океан, она станет сама океан. И так же у них, у каждого. Все идут туда. Все хотят быть сознательными. Everyone going there. But as you go, по мере того, как вы идете, just you not feeling now, 70% сейчас 70% вы находитесь не здесь, 30% в другом месте. That mind always want past, ум всегда хочет прошлого. About past and making и делать планы по поводу будущего, что нужно сделать, там, и так далее. Это происходит так. Но иногда вы должны только наблюдать, медитировать. Когда это перевернется обратно, это может случиться. Если вы стараетесь быть больше в настоящем, это случится. Медитация в ваших руках, но любовь не в ваших руках. Любовь, сдача. Это случается. Это как бы изливается на вас. Когда случится, тогда случится. В каких-то моментах вы чувствуете любовь, в каких-то нет. Иногда да, иногда нет. Но ум – это как барьер. Но только этот барьер уходит, ум уходит. Постепенно любовь приходит, больше любви. Ну, просветление это и есть. Кто знает? Кто делает что-то сознательно, осознанно, или тот, кто не делает ничего. Даже тот, кто ничего не хочет, вообще не слушает ни о Боге, ни о существовании, ни о чем. Так они тоже идут туда, идут к этому пути. Весь мир направлен, чтобы понять, кто. Поэтому, если кто-то становится Буддой или просветленным, он очень расслаблен. Он говорит, все случается. Everybody is going. Все идут.
Такая же история случалась, когда Будда стал просветленным. Он лежал под деревом, и утром это случилось, когда последняя звезда падала вниз, и он закончил с его мушу. Он стал просветленным. Тогда история говорит, он был один, получал удовольствие от этого, от этой божественности. Все продолжалось на него снисходить, как бы изливаться. Правда, знание, благословение. Когда кто бы ни становился Буддой, все существование ждет, когда кто-то выйдет за пределы ума. И тогда ангелы, они ждали, когда это случится. Они ждут этого, когда кто-то станет мастером. Они хотят прийти и быть вокруг него. Быть вокруг него, быть его присутствием, слушать его. История говорит о том, что Будда стал просветленным. Он только сидел, никого не было. Ангелы ждали, когда он заговорит, они спустились с небес. Это очень редко случается, когда кто-то становится Буддой. Очень редко. Кто-то стал Буддой. Они ждали этого времени. Когда кто-то выйдет за пределы. Они все пришли и сидели. Хотели слушать его. Сидели с ним. Ждали, пока он что-нибудь скажет. Как река правды должна была истекать из его рта. Но была тишина. Один, второй день, третий день, ничего. 7 дней прошло. Ничего он не говорил. Он был полностью в тишине и в молчании. Все закончилось. Он даже не мог говорить. Тогда ангелы молились перед ним. Пожалуйста, скажи что-нибудь. Тогда Будда сказал. Так не нужно же ничего говорить. Кто очень далеко от сознательности, если я скажу что-то, они же не поймут. Они очень далеко от осознанности. У них такое ощущение, что у них там такие пробки в ушах. Им не нужно ничего говорить. Второй тип людей, кто очень близко. Близко к океану, близко к осознанности. Для них тоже ничего не надо говорить, они так или иначе очень близко, и так и все поймут. И вскоре они станут просветленными, войдут в океан. И зачем мне вообще говорить? И ангелы сказали, да? Тогда как бы ангелы чуть сообразили. Кто очень далеко, они не могут слышать. Кто очень близко, им не надо ничего слышать. Но есть же люди, которые между этими. Один не очень далеко, один не очень близко. Они есть в середине этих. Может быть, если вы скажете, может быть, сделайте какой-то голос, может быть, они услышат вас. Что же для них тогда, если они не очень близко, не очень далеко, вот этот ряд людей? Что для тех людей можно? У Будды не было ответа на это, просто сказал, да. Тогда? Допустим, если ты говоришь, конечно, какие-то слова, если ты говоришь о существовании, говоришь о осознанности, может быть, они начнут что-то. Они начнут свое путешествие. Будда сказал, да, это правильно. Это он сказал, хорошо. Тогда он начал говорить. И он говорил всю свою жизнь. Он говорил о существовании, существовании. Что это такое? Как достичь его? Только об этом. Люди узнавали, как выйти за пределы ума, как выйти за пределы проблем. Проблемы, страдания — это только одно, это ваше эго, это ваш ум.
Ум – это страдание. Большое эго. Большое страдание. Маленькое эго. Меньшее эго. Меньше страдание. Если эго закончится, тогда и печаль уйдет, и страдания уйдут. Только одно удовольствие, одно благословение. И он говорил об этом. Как выйти за пределы эго, за пределы ума? Да, он сказал. Как я сделал, сделайте так же вы, медитируйте, смотрите вовнутрь, будьте собой. И тогда однажды, как бы, все закончится. И для этого начал говорить Будда. А в ином случае вообще говорить не надо. Каждый идет к океану. Когда вы не приходите к океану, немного ума заканчивается, немного любви приходит, больше ума заканчивается, больше любви приходит. Как просветлен у вас только любовь, только благословение. Происходит вот так. Но это тоже не в ваших руках. Вы не можете создать любовь, создать тишину. Случится, случится, не случится, не случится. Вы можете наблюдать за этим, вы можете идти за этим, но это существование, это в руках существования. Если существование хочет, чтобы вы были в любви, оно любовь будет идти на вас, будет с вами. Любовь все время как бы изливается на вас. Божественная любовь происходит. Но если мы не смотрим и не видим этого, если наше лицо не повернуто к солнцу, мы не увидим это. Но это работа по изливанию любви, она происходит все время. Больше медитируйте, больше смотрите. Тогда, когда случится, это случится приход любви. Вы можете делать медитацию, любовь придет. Вот делание непосредственно медитации можете делать вы, но результат не в ваших руках. Результат в руках существования. Кто-то вчера сказал? Ночью. Кто-то сказал из присутствующих. Шесть дней прошло. Шесть дней группы прошло. Никакого просветления, не почувствовалось. Ничего не случилось вообще. Nothing is happening. Может, сегодня? Maybe today. You... Вы не правы. Еще одну историю, еще раз я расскажу историю. Были два монаха. Был молодой монах, был и старый монах. И старый был очень старый, саньясин. Молодой был, недавно стал саньясин. Они пошли в лес. Когда они пошли в лес, они увидели в лесу, увидели человека как мастера, сидящего, медитирующего в одиночестве, как Будда. И они почувствовали, что он выглядит как будто осознанно. Потому что, когда вы медитируете, когда вы ищущий, вы искатель, вы саньясин, вы можете почувствовать, это. Кто достиг центра, ваше сердце скажет вам. Их сердце говорило, это он. Он просветлен, он пробужден, он Будда. Они подошли оба к нему. Он открыл глаза, посмотрел на этих двух монахов, сказал, подождите, ведь по одному подходите. Сначала один подойдите, потом второй. А кто подойдет из нас, кто из вас, нас первый должен подойти? Сами решите. Если у вас есть вопрос, подходите, ну по одному, по одному. И они оба, только один вопрос можно задать каждому из вас. Один вопрос, один на один. Когда оба они решили, вот монахи, они оба ищущие, старый саньясин,
Не, молодой человек сказал, вы идите, вы, старый саньясин, выйдете. Старый саньясин сказал. И он уже 30 лет, 40 лет назад взял саньяс. Медитировал лет 30-40, всю жизнь свою. Все оставил, свою жену, свою работу. Кто монахом. Жил в лесу. Он подошел к мастеру, упал перед его ногами. Только один вопрос у меня есть, сказал он. Мастер говорит, давай, задавай. Когда же я буду просветленным, спросил монах. Я 30 лет уже саньясин. Я очень много медитирую. Что бы ни говорил мне мой мастер, я все делаю. Когда же я буду просветленным? Мастер сказал. Через 3 жизни еще. Три жизни? Да, а что такое? Всего 3 жизни. Все 3 жизни я должна опять все то же самое делать, те же медитации, все эти кундалини, всю динамику вот эту. 3 жизни? Все, я заканчиваю со всем этим. Я не хочу ничего. Я хочу вернуться к семье, к жене вообще. И он ушел. Молодой подошел монах. И он задал тот же самый вопрос, когда я просветлею? Мастер, когда я просветлею? Мастер сел под деревом. Посмотри, сколько на дереве листов? Тысячи листьев. Тысячу жизней тебе нужно прожить, и тогда ты просветлеешь. Может, там 10 тысяч. Столько листьев, сколько на этом дереве, столько же и жизни тебе нужно будет прожить, чтобы просветлеть. Начал танцевать. Молодой человек стал танцевать, упал. На тогда и мастер сказал, ой, здорово. Спасибо, только одно дерево. А ты же не сказал, что весь лес со всеми листьями, всего лишь одно дерево с его 10 тысячами листьями. Это здорово. Если бы ты сказал, все листья, все деревья в лесу. И в этот момент он стал просветлен. Потому что он сказал, отлично, никаких проблем. Был очень настоящим. Получил удовольствие от танца. И очень был благодарен. Ты мне сказал только одну вещь. В этот момент он стал настоящим. Этот его ощущение, этот поиск и желание стать просветленным ушло. Он вошел в настоящий. Это случилось. Просветление в ваших руках не существует. Но может случиться. Может случиться, когда вы очень находитесь в настоящем. Когда вы не хотите ничего. Это может случиться. Но до тех пор, пока у вас есть ум, ум будет мешать. Ум хочет того всего. Когда приходите к мастеру, мастер дает вам медитацию. Делай медитацию. И что же я получу через медитацию? Получу просветление. Хорошо. Вы делаете медитацию, делаете. Одно случается. Постепенно ваше желание к миру заканчивается, что вы хотите того или этого. Сначала медитация заканчивает все ваши как бы наружные желания. И тогда медитация потом закончит ваши все последние желания, даже внутренние. Тогда вы делаете медитацию и не смотрите. Я хочу получить какой-то определенный результат. Просто постарайтесь быть настоящим. Делайте кундалини, будьте наслаждайтесь кундалини. Делайте ум, просто наслаждайтесь умом. И не думайте о том, что будет, что я получу через это. И тогда это случится. Но когда вы заняты, когда вы заняты, вы часть думаете, так что же я получу от этого, от того, что происходит, вы в уме. Это трюк ума. Когда вы не пойдете в медитацию, медитация, это просто когда вы сидите, находитесь в настоящем.
Я не хочу ничего получить. Да вы не хотите ничего не получить. Вот это вот не сойдет за вас. Удовольствие, это просветление, ощущение произойдет на вас. Если вы ничего не хотите, ум заканчивается. Ума нет. Ум просветлен. Все очень просто. Все желания закончили. Все бросьте. Желания бросьте. Все вы здесь. Вы в настоящем. И тогда, чтобы не было вокруг вас, вы будете получать удовольствие. У вас очень много всего, отлично. У вас мало всего, у вас ничего нет, тоже хорошо. Это есть просветление. Как вы получаете? Как быть? Просветление – это означает, что я хочу быть настоящим. Когда вы в настоящем, получаете удовольствие от всей планеты, все, что вокруг вас. Получаете удовольствие от деревьев, птичек, животных, океана, людей, от всего. А когда никого нет вокруг вас, вы тоже получаете удовольствие. Каждый путь хорош, если вы один с собой, если с людьми, получаете удовольствие от них. Просветление означает, что я хочу получать удовольствие от каждого момента жизни. Удовольствие, удовольствие. Каждый момент. Никакой момент не уходит от вас. И это показывает, как быть настоящим. Тогда вы будете получать удовольствие от всего. Когда вы получаете удовольствие от вашей жизни, скажу еще одну вещь. Получаете удовольствие от вашей жизни и... Вам хорошо, что вам 40 лет, 60 лет, неважно, все. Вы получаете тут тотально, наслаждаетесь этим. Когда смерть приходит, и вы очень как бы с доброжелателем встречаете смерть. О, существование дало мне 60 лет, я получил удовольствие от каждого момента жизни. Сейчас я должен уйти, сейчас я хочу получить, я получаю удовольствие от этого. Хочу получить удовольствие от пространства. Почему мы начинаем бояться смерти? Боязнь смерти – это заключается в том, что потому что мы не живем тотально, мы не живем, жизнь полностью. И когда жизнь постепенно, когда смерть приблизительно постепенно приближается, вы начинаете думать, я не сделал этого, я не сделал того. Такой большой-большой список того, что вы не сделали. У меня этого не было и того. А уже смерть пришла, она стоит уже предо мной. И поэтому страх возникает. Если же вы полон, если же вы тотален, если полностью удовлетворен, получаете удовольствие от всего, получаете удовольствие от работы, от всего, что вокруг вас, когда смерть придет, вы скажете, о да, спасибо, я готов. Мы пришли сюда для того, чтобы только получить удовольствие от существования на этой планете, от этой планеты. Я получаю здесь удовольствие, как птица. Птица приходит, хорошо. Она хочет прилетать, она хочет посидеть, она сидит. А если ей не нравится сидеть на этом дереве, она перескакивает на другое дерево и так далее. Это как птица. Никакой серьезности, ничего. И тогда, когда у нее ничего нет, создается ощущение, что все деревья ее, и весь мир ее. Но у нас же наоборот, это мое место, то мое. Тогда все как бы сужается. Мое, мое, мое. Но мир же не говорит, это мой дом, это мой там. Это мои дети там. Все дети, когда вырастают, они уходят от вас. My job finished, my responsibility finished, now you don't have it. Then leave. This is. Ну, как бы должны послушать сообщение, послание от мира. They're living very moment. Когда приходите в момент, вы будете получать удовольствие. Ни будущего, ни прошлого. Just you can think maybe more 10 days about what to do our next 10 days. Может быть, вы просто подумаете о планах, которые в ближайшие 10-15 дней у вас должны произойти, но не дальше. Случится, случится. Случится, не случится. Вы идете туда, вы идете домой, дойдете ли вы до дома, вообще не дойдете. Вы идете в одно место,
Ничего не случается, а случается наоборот, вы попадаете в другое место. Жизнь такова. Никто не знает, что произойдет. Мы делаем планы, это в принципе хорошо. Но все, что бы ни происходило, принимайте это. Все, что бы ни происходило. Все, что будет. Принятие придет, и жизнь становится прекрасной. Только принимайте. Существование хочет. Я принимаю все. Если вы принимаете, произойдет трансформация. Если вы были не очень хороши, вы станете лучше. Не нужно пытаться. Пытаться достичь просветления. То, что я говорю с вами о своем опыте. Я принял саньясу. 8 лет медитировал. Ничего больше. Я был сумасшедшим по поводу получения просветления. Я вообще ничего не хотел смотреть ни на что, ни на что, никакой работы, ничего. Только хотел быть просветленным, хотел закончиться. Столько всего делал. Мы даже вообще ничего такого не делали, как я, никогда. Я был больным. Сумасшедшим. Только медитация. Все время осознанно, осознанно. 6 лет прошло, 7 лет прошло, 8. Я в конце концов устал и сказал, может быть, Оша получилось, у Кришны получилось, но у меня ничего не получается и не надо. Я не могу ничего достичь. Они достигли. Ну, может быть, у них там. Может, у них там что-то было. Я вообще ничего не чувствую. Может быть, весь мир просветлеет, а я нет. И я упал. Ко всему существованию сказал, я не могу. Я столько всего сделал. Я больше не могу. Существование. Если у тебя есть сострадание, если у тебя есть сострадание придет, тогда это случится, если ты скажешь это. Я полностью сдался. То есть то, что дело не в ваших руках, а все остальное в руках существования. Я тотально сдался, это получилось. Это произошло. Немного ума, тот, кто хочет стать просветленным. Кто хочет? Ваш эго хочет быть просветленным. Эго хочет быть властным. Это желание, да. Но если вы идете по этому пути, но случится, но я скажу только одно. Когда вы готовы, существование приходит. Когда вы заканчиваете ум, существование приходит к вам. Вы полностью заканчиваете ум, и оно здесь. Если не случается, просто чувствуйте одну вещь. Может быть, вы не готовы, может быть, я не на правильном. Может быть, не прав, еще недостаточно хорош для того, чтобы получить это. Медитация делает вас более как бы продвигающимся по этому пути. Когда просветление наступает, а ничего не больше другого не происходит, все закончено. Мы не можем сказать, кто вы, что я, что вы. Ничего. Тогда никого, никакого ума, ничего. Все закончено. Только пространство, только небеса. Space is gone.